Меня зовут Побоженский Степан, и я вам расскажу. На самом деле очень тяжело быстро рассказать на эту тему, она очень глубокая и очень интересная. Расскажу вам про комплекс, нами построенный. Это интеллектуальное исследование маммологии, который построен на искусственных нейронных сетях. Какие мы проблемы решаем? То есть основная проблема – это, конечно же, медицинская. И проблема обнаружения заболеваний онкологических на ранней стадии. То есть у нас в России обнаруживаются злокачественные новообразования на 70% на стадиях 3 и 4, когда лечение, в принципе, уже очень затруднительно. Существует большое количество государственных программ, и, в принципе, эта проблема не мною сформулирована, а она сформулирована передовыми нашими онкологическими центрами, то есть специалистами. И решается главным образом на данный момент это скринингом, это мобильными комплексами по скринингу. И вот здесь как раз-таки наш программный комплекс очень хорошо применим. В большинстве случаев в этих мобильных скрининговых комплексах находятся низкоквалифицированные медработники, в большинстве случаев. То есть там не могут присутствовать, в силу того, что их количество ограничено, высококвалифицированные врачи. И вот как раз-таки наш комплекс интеллектуальный, помощник принятия решений, там очень эффективно бы выставлял диагнозы, помогал. А дальше, также наш комплекс работает в онлайн-режиме. Это когда женщина, которая прошла обследование, пришла домой, у нее есть результаты маммографии, она чем-то недовольна, либо где-то сомневается, она просто через веб-интерфейс, через обычный браузер загружает свои снимки и получает результат. Дальше, еще одна техническая проблема, которая широко известна в узких кругах. Для того, чтобы обучить нейросети, нужно большое количество верифицированных данных, подтвержденных гистологически. Здесь, ну, допустим, на примере есть такие китайские товарищи, у которых замечательно работает маммология, они обучили на миллионе снимков свой программный комплекс. В России это абсолютно недоступно и такого не может быть. И вот здесь как раз-таки в течение года мы думали, создавали комплекс, математическую модель взаимодействия нескольких видов анализа и достигали разных результатов. И вот по истечении 10 месяцев даже для нас были неожиданные результаты. Нейросеть обучалась, комплекс обучался на тысячах верифицированных снимков, и достоверность определения злокачественной опухоли составила 84%. И вот этот весь комплекс, он очень хорошо характеризуется вот таким высказыванием, как определение биологической гармонии здоровых тканей. Да, это не очень научно, но очень четко. Здесь я сейчас просто покажу несколько этапов самого комплекса, как он работает. Происходит нормализация, различные преобразования входных изображений. Это интерфейс рабочий, тот интерфейс, с которым работают врачи. Здесь очень много различных настроек, очень много дополнительных вещей, которыми могут оперировать. Далее. Масштабирование нашего комплекса очень легко, просто заменяем датасеты обучения, и он уже занимается анализом на предмет обнаружения злокачественности флюорографии, КТ легких, КТ головного мозга. То есть очень, и это уже получается абсолютно другие комплексы. Наши конкуренты – это известные, опять же, в узких кругах товарищи, но, насколько мне известно, на данный момент рабочих систем по маммологии у них нет. Далее, потенциальные клиенты. Потенциальные клиенты – это, собственно, любые частные государственные клиники, которые имеют у себя в штате хоть одного онколога. И, собственно, те самые женщины, которые просто хотят уточнить и что-то проверить, проконтролировать. Это центры, с которыми мы взаимодействуем, сотрудничаем, те, которые для нас как раз-таки готовят базу для обучения. Далее. Программный комплекс закончен на 80%, и на данный момент необходима максимальная его проверка и тестирование, то есть необходим пилотный проект. Про нас никто не знает. Мы год варились сами в себе.
То есть нужна информационная и маркетинговая поддержка. В принципе, готова команда интегрироваться в более серьезные компании, большие, которые обладают компетенциями в этом направлении. Ну и вот есть еще предложение денежное, готовы предложить 50% от компании при вложениях на данный момент 22 миллиона рублей. Все, спасибо большое. Степан, спасибо большое. Друзья, мне кажется, это просто очень фантастический проект. Я на самом деле встретился с директором ВТБ-страхования, вот, и он пообещал, что эта презентация к Лядову ляжет на стол. Я вот буду завтра звонить ему и спрашивать, есть ли у академика Лядова ваш проект. Да, все, спасибо. Спасибо тебе огромное, это фантастический проект.